Вот как-то так и получается. И любите мои сюжеты. Потому что на своем канале YouTube я вам рассказываю, извините, правду. Что касаемо данного сюжета, и почему я рядышком с моим замечательным отделением Почты России, к которому я и приписан. 455-039, город Магнитогорск. Вот. Сейчас чуть позже и расскажу, почему. Некоторое неудовольствие у меня возникает к работе нашей почты. В принципе, оно неудовольствие возникает у всех, да? Потому что как наша почта работает? Я так считаю, что это самое дорогое почтовое отделение во всем мире. Так оно и есть. Но начнем мы немножко с других позиций. То и бежите. Давайте все-таки определимся. На улице год 2019. Проходите, пожалуйста, не беспокойтесь. Вот, видите. К сожалению, естественно, у нас полное отсутствие финансовых средств. Да. Нет у нас просто финансовых средств. Потому что если бы это был год 2007, то уровень доходов у меня был примерно 10 тысяч долларов. В принципе, 10 тысяч долларов или 5 тысяч долларов занимались все нормальные бизнесмены. Может быть, и больше, естественно, я не знаю. Я никогда особым бизнесменом не был, так, телевидение, вот как-то так. Сегодня, сейчас, даже если нам каким-то образом 1000 долларов удается собрать, это вот сложности. И в связи с этим наши банки, к чему они говорят? Наши банки говорят к следующему. То есть мы готовы вам предоставить кэшбэки. Вот. Кэшбэки. Не будем говорить про какой это банк, вы прекрасно понимаете. К чему эти кэшбэки делаются? Естественно, к тому, чтобы вы рано или поздно залезли в кредит. Поэтому я вам объясняю. Вот есть такая карточка другого банка, естественно. Вот там... Это один из лучших банков, вопросов нет. Потому что я также беру деньги в русском стандарте. Там есть маленький нюанс. Кэшбэк — это 30 дней. То есть 30 дней и все, и вы влетели в денежки. То есть кэшбэком оплачиваете вы что? Вы оплачиваете любые покупки. К слову о том, что мы находимся рядом с Почтой России. К слову о том, что это в принципе та структура, которая нам должна оплачивать наши покупки. В смысле, она доставляет эти покупки. Но почему-то карточки не используют. То бишь, вот мы о чем говорим. Кэшбэк возвращает вам какое-то количество денег. Но по сути событий кэшбэк... Давайте все-таки определим, что такое кэшбэк. То есть, с каких пирогов вам возвращаются денежки? С ваших же, естественно. По одной простой причине. Вчера просто посмотрел вечерочком как-то. И оказалось, что вот эта бритвочка такая, жилет, навороченная, с тремя такими лезвиями, она как-то образом не стоит, по сути, событий тех 1000 долларов, где она везде и всюду продается. То есть я так понимаю, что ее стоимость — это примерно 5 долларов. Ну, грубо говоря, там почти 600, почти 300 с небольшим рублей. Примерно, плюс-минус. Во всем остальное, это, естественно, прибыль продавцов. То бишь, если по интернету они хотят ее нам продать за 590 рублей, то есть там-то есть дополнительная прибыль, то в любом магазине вы ее покупаете за 1000 рублей. То есть это как-то, ну, не совсем 5% прибыль, да ведь? Не совсем 5% прибыль. То есть там ценники вот такие, шиза просто. И во всех других областях то же самое. То есть вы поехали на заправку, да? Вы там думаете, что вам там такая прибыль небольшая? Да нет, конечно, там все абсолютно дорого стоит. И, естественно, вы проплачиваете все это дело. И потом эти же деньги возвращаются к вам, типа кэшбэк. То есть давайте все-таки поделимся, что кэшбэком платит кто? Платите, естественно, вы, мои господа. Другого варианта не существует. Правильно я говорю? Да. Вот я тоже правильно говорю. Я согласен с вами, автой. Вот мы про это и говорим, да, то есть вас ввязывают в кэшбэк, потому что рано или поздно такое случится. Я вам говорю, что я, кстати, как грамотный человек, не собираюсь переплачивать. То есть я смотрю и пытаюсь вернуться на круги своя. Молодец, что вы не пользуетесь, но я-то пользуюсь. Я же говорю, если бы вернули те самые деньги, в котором мы жили, было бы все нормально и красиво. Но в связи с этим, что мы этим кэшбэком не пользуемся, мы задаем вопрос. В смысле, я им кэшбэком пользуюсь, я задаю дивный вопрос. То есть, и вот я сюда пришел, в это самое замечательное отделение Почты России, да? То есть, давайте определимся, что там написано «Почта России». И нам везде и всюду говорят, что в связи с тем, что мы занимаемся, то есть, по всем телевизионным каналам, вы ничего не путаете, да? По всем телевизионным каналам. Есть такая тема под названием «Мир». Ну, это наши... российская структура, которая должна быть в противовес Мастеркарду, потом всем остальным вещами, там, Визе, естественно. То есть все говорят, используйте наш безналичный расчет, платите картой МИР, да? То есть везде все об этом говорят, да, правильно? Или я не прав? Или я все-таки прав?
прав, я говорю, вот ребятки тоже меня смотрят. Вот, человек из Крыма вернулся, там говорит, там только МИР работает. Раз мы говорим про Почту России, то есть, по сути, это одна и та же структура, да? Ну, по сути, это одна и та же структура, да? То бишь, если бы я... Это сейчас отдельная тема будет. Ну, первоначально вы поняли, да? То, что как она работает, что это вообще не очень хорошо, и не есть айс. Но первоначально, да? То, что я вам говорю, оптимальный вариант, естественно, с кэшбэком покупать, ну, явно не в магазинах. Есть такие штуки по интернету, естественно, берите, и там вы поймете, сколько люди зарабатывают. Я же говорю, ну, как такое возможно? То есть, вот эта бритвочная система, которая хорошо меня бреет, да? Цена вопроса 3-5 долларов, да? Зарабатывают еще плюс. Но когда это все дело возвращается, и это уже совсем не 5 долларов, а гораздо выше, это начинает дивный вопрос. За что я плачу? То бишь, берем там, заказываем, привозят. Да. Теперь почему я сюда пришел, да? А, это уже отдельная тема беседы. Сейчас объясняю ситуацию. То есть News.ru. Вау, такой интересный телевизионный канал. В смысле, интернет-вещательный канал, да-да-да. Вот я о чем и говорю. И типа по нему все красиво. Так почему-то на News.ru я заказал себе часы. Недорогие часы. Но когда я пришел сюда, я задал вопрос. Я пришел сюда, в эту почту. В эту самую, мной не... Я не понимаю, что это за почта такая. То есть, когда я сказал, если я посмотрю, и меня это не устроит, я вам верну канал. Они сказали, да-да-да-да-да. Да, в кровь из носа, все так и будет. Я взял, заплатил эти денежки, посмотрел. А, пускай они закрываются, я вам серьезно про это и говорю. Вот. Я посмотрел, мне это не устроило. Я говорю, вот я хочу возвращать. Они говорят, а вы нам деньги уже заплатили. Я говорю, так я что-то не понял. Вы почта или что? Вы почта или что? Ну, другая тема. Помните? Вот эту карточку, да? Я также через интернет заказал. Но, к сожалению, мне отправили наложенным платежом. Я пришел в эту самую почту. И говорю, ребятки, вот эта карточка, я готов вам платить. Вы же, что это такое? Вы обыкновенный сервис. Это обыкновенный долбанный сервис. Другого варианта я не вижу. Сервис, который нам оплачивает наши посылки. Почему вы в этом сраном долбанном сервисе не берете мою карточку? Скажите, нет, нам нужны ваши денежки. То есть у нас возникает проблема. То есть по интернету нам везде говорят, берите себе карточки, в данном случае МИР, а потом подплатите. Но почему-то мы не можем, оплатившись наш, даже хорошо, я возьму это нехороший. Мне больше виза нравится, поверьте мне, вкуснее, trust me. То есть я ее принесу, даже если это будет МИР, и скажу, вот я хочу оплатить. Они скажут, нет, ты давай деньги, я что-то не уезжаю. Может быть, я такой тупой, а? Или я все-таки не тупой? Или мы все-таки, россияне, не тупые? Хотя, по сути событий, вы смотрите это дело в YouTube. Но мысли ваши должны быть. И вы также должны объяснить, что, ребят, это не есть правило. И это не есть вообще наше удовольствие. Наше удовольствие – это... Кстати, а зачем? В этой России, похоже, для нашего удовольствия ничего нет. Как-то так, господа, получается.